почему это произошло? Все-таки большое производство. На этой территории находится производство. Люди там же и живут в автовом поселке. И там же и питаются. Условия питания надо смотреть. Тяжелый труд, значит, надо иммунитет ослабленный, скученность населения у работающих в одном месте. Это приводит, способствует тому, чтобы вот такое произошло. Менеджменту компании надо на это обратить внимание. Они должны будут рассмотреть вопрос, во-первых, там, где люди проживают, условия создать необходимые. Во-вторых, значит, калорийность питания. Условия, где столовые, значит, должны быть созданы, если необходимо, вплоть до того, чтобы пищеблок, весь столовый, там, находился за территорией производства. Потому что связывать производство, жить и еще там питаться колоссально, это трудно. Мы предупреждаем менеджмент компании.